Так, что у нас? Свяжитесь с ВГМ. На этого еще разве не было? Так, подняться наверх. Что-то как-то странно сохраняется. Теперь вниз. Ну, давай свяжемся с ВГМ. Все по новой, да? Так, а тут с кем-то побазарить надо. Где ты тут? С этим, подожди. Это же вчера все еще было. Да, все верно. Папарам. А, подожди, в лифт, значит, надо. Так, и как ты сохранилась, интересно? Трущобы — воздушный груз. Большинство прокурщиков не в строю, и Брэкен хочет, чтобы их место заняли разведчики. То есть я. Нам надо добраться до следующего груза, прямо перед закатом. Джейд ведет меня в курс дела. Это будет совсем несложно. Так, подожди, здесь... Игра. Так, и чё, громкость, спецэффекты. Конфигурация. Назад. Тут нету, наверное, этого быстрого сохранения. И чё, теперь ты меня вниз показываешь? Ничего понять что-то не могу. Я чё, блин, заново? Хотя нет. Капец. Ну и память у тебя вообще. Ни хрена не помнишь. Давай металлические детали. О. Луки, стрелы. Так, иди нахер. Не, ну вчера же я, по-моему, вот здесь уже базарил с ВГМ. Это Крейн. Доложи. Главное, в башне зовут Брэкен. Он явно не тот, кого вы ищете. Второй кандидат — это тот главарь боевиков из местных. Называется Рейс. Он собрал гору Антизин и теперь выжимает совесть тех, кто хочет. Я веду искать Антизин ящик, что сбрасывает создав. Если ничего не получится, он будет... Приятно, значит, работа Крейн, все получится, продолжая в том же духе. Читать не успеваю. Нам нужно время. Когда заберешь Антизин, обязательно выйди на связь. Так, это какое-то испытание. Сходите за воздушным грузом в район котловины. Так, ну погнали. На кучу навоза упали. Так, здесь бабки должны быть. Да, вот 8 баксов. Здесь еще 18. Что, погнали за воздушным грузом. Качаем паркур. Так. Кто там орёт? Так, чё, давай. С лука вас. Бах. Давай. А, ну тут, в принципе, в голову, не в голову, все равно убивает. Нормально. Но это лук из какого-то там приложения. Дополнение, не приложение. Поэтому не факт, что он будет у всех. Чё там? Жрать. На нахер. Сколько раз тебя пнуть надо, чтобы ты сдохла? Проще так, без прицела. Ой, блядь, сколько вас тут. Сейчас всех пока тут перестреляешь. Так, давай.
А, откуда ты-то за спиной у меня оказался? На, нахер. Так, мне сперва стрела нужна. Потом все остальное. Рассвет или закат? Крайне три четверти груза падает в котловине, начинает туда. Ну окей. А, это лучшая возможность, что-то там было. Отвлекся, блин. Так. И чё? Хрен с этими мусорками. А, здесь же еще какого-то этого. Гази где-то есть. Валим, 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 валим. Подкаты еще недоступны. Так, а чё фонарь? Фонарь сладости. Та-та-та. Джейд, я приближаюсь к району сброса. Хорошо, найди укрытие, жди. Большая часть груза падает как раз в этой зоне. Так, а чего ждать-то не... Так, а у меня что только? Лук и меч, что ли, остался? Ну, на тогда. Или подожди, или мне надо к этому... Красному, отвали. А что такое было? Ты что ли? Бах. Прикольно, в принципе, это. Ты чё ж? Свинтус. Еще кто-то, блядь, крадется. Да! Отвали, падла. Да в рот вас компот. На, нахер, на. Что, тоже надо? На. 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 А чё ты живучий-то такой, падла? Я тебя уже разрубил там в мясо. Сука, живу. А чё у вас так много-то? Ёпарасоте. Ещё не сдох. Да пошли вы. Чё у вас так много-то? А, это же эта сложность-то, блин. Повышенная там, да? Повышенная сложность. Повыше, поэтому... А чё, эта хрень не ломается или чё? Слушай, если не ломается, это вообще будет прикольно. Обнаружил ящик, вроде целый. Так, и чё? А, это вот туда нам надо пробраться, да? Угу. Так, и чё, и как? Или вот оттуда вот там залазить надо? Повышение уровня чего-то там. Очки навыков не использованы. Взлом. Так, ну, о, открылось. Чё здесь? А так, подожди, мне подлечиться надо. Жестянка. На, нахер.
Сука, я там стрелы просрал с этими, пока стрелялся. Просрал стрелы. А это почему я... О. Так трудно. Вскрыли. Нормально. Фиолетовая труба. Так, давай. Ну, ху. Ну, конечно, пусто. О. Сейчас бросит. Раз, два. Джей, к сожалению, он упал в другом месте, но это рядом. Доберись до ящиков раньше других. Ну окей, погнали. Опа. Ну тут. Раньше других-то. Хрен получится добраться. Так, а там где он упал? Это наверх. А вот здесь вроде проход есть. Так, красный-красный дым должен быть. Джейд, лидер Раиса, нас опередили. Черт, слушай, не ввязывайся, Драко, найди второй груз. Еще его по дыму. Где дым, там рядом ящик. Что теперь? Ух ты. Ну, побежали ко второму. Люди Раиса опередили. Как они так умудрились опередить-то, блин? Это все потому, что я в мусорку залез. Не залез бы в мусорку, был бы первым. Вот так вот. Че, задохнулся. Активируется. Там что за синяя? Не, мне сперва надо до этого добраться. Хотя... Крин, солнце вот-вот зайдет, пора возвращаться. Я почти на месте. Ага. Так, а что здесь? Что за синяя там хрень показывает? Кто это? Мычка пригодится. А нет, там что такое, испытание какое-то или что? А-а-а. Паркурщик, конечно, из тебя огонь просто. А, мужик какой-то сидит тут. Привет, я Ричи. Ричи Декамп. Я не из этой части города, но думаю, это и так ясно, правда? Пойми меня правильно, я не делаю далеко идущих выводов. У меня свое пиар-агентство, так что повезло. Я не из тех, кто заблуждается. Best Face Forward, так мы называемся. Мы отвечали за все пиар-акции. Телерадиорекламы, билборды. У нас крутились такие бабки. Занимали жирную долю всех... крупнейшие, на всех крупнейших трехчасовые ролики на ESPN 5. Мы были на пике их успеха, ясно? Как-то я говорю, пример Харан прогремит на весь мир, дружище. Вот он и прогремел, я оказался прав. Что за хрень? А что я могу сделать? Все коту под хвост. Посетите Зомбиленд и насладитесь тем, как ваших будут жрать. Тут уже не попаркуешь. Хотя чем черт не шутит. Да, я мог бы представить все в лучшем виде. Провели бы беспрецедентную кампанию, какой еще свет не видывал. А я в этих делах мастак. Именно этим клиенты обращаются. Мне здесь не место. И чё? Ну, побазарил я с ними, чё? Ты какой-то квест мне дал? Чё ты сидишь тут? Чё тебе надо вообще?
поговорил, называется. Что там, поныл со мне и нахер послал. Вообще супер. Ну, есть у меня очки навыков. Есть, я знаю, что. Ух ты, электричество. Так, подожди, а как ультрафиолетовый? Это фонарь там, интересно, включается, что ли это? Так, это где я? Где красное-то? Ой, ё-моё. Тут прыгать-то, блин, страшно. А вот. Сюда. Ага. Так, а чё? Где красный дым-то, блин? Ох ты. Прикольно, блин. Ну, в доме-то точно красного дыма нет. Вот, зато бухлишка есть. Так, гвозди. Не, ну это не интересно. Где дым-то красный? Поспешите. Да я спешу. Только не вижу, где он. Поспешите ко второму грузу, ну. Очистите зону выброски грузов. А, иди нахрен. А ты-то откуда еще взялась? Пиздец, они пугают. Так, и надо как-то еще постараться не материться. Ну. Да в рот компот. Вот вы откуда лезете-то? А? Черти. А где? Подожди, груз. Ты здесь где-то или что? А, вот груз. На нахер. На нахер. Все, я очистил. Или еще не очистил. Но вот груз и... И что? Значит, еще не очистил, получается, если он не хочет активным быть. А где тогда кто там? Все. Соберите капсулу с антизином. А вот. Крейн, я сейчас заберу груз с антизином. Хорошо, Крейн, теперь у тебя появится новая, например, работа. Пора переключаться на Раиса. Слушай внимательно. Вполне возможно, что Раис наш человек. Так что если найдешь груз с антизином, уничтожь его. Что? Зачем? Это вынудит их на контракт с Раисом. Ты можешь пойти от имени Брекена как посланник, так сказать. Но здесь есть люди, которым это нужно. Мы преследуем высшее благо, не забывай. Не забывай. Одну стащил. Охренеть. Да. Высшее благо. Джейд, я его загрузил. Антизина нет. Нет? Черт, нет. Ладно, возвращайся и будь осторожнее. Монстры уже проснулись. Иди незаметно. Монстры? Похоже, он меня услышал. Пью!
И чё, и куда? Валим нахер, валим. Ёб твою мать. Ё-моё, куда, блядь? Падла, куда? Да мне похеру на ваши двойные очки опыта. Падла, куда бежать? Как ультрафиолет включить? Куда бежать-то? В рот компот. А-а-а. Падла. Где, сука? Тут же паузы нету, в рот компот. Даже карту не посмотреть, сука. А-а-а. Опять какая-то сволочь догнала. Да иди ты нахер. Ёб твою мать. Давай. Да нахер, не то включил. Валим. Так, я что-то где-то рядом. Я где-то рядом. Давай, беги. Где-то. Да чтоб тебя, блядь. Пиздец. Ой. О, охренеть. П. Ну давай. Да пошли с подсказками. Значит, надо поставить как это. Как ультрафиолет включается. Мне надо в башню вернуться. Сейчас, подожди. Итак, параметры. А, игра, элементы управления. Конфигурация. А, так, назначить клавиши. Давай посмотрим. Двигаться вперед. Это не то. Использовать снаряжение. Это не то. Фонарь. Но фонарь включается на Т. А ультрафиолетовый фонарь, как он его... А, или подожди. Чё ты тупишь-то? По-моему, тебе надо просто его поставить, да? Так, а где он у меня? Ракета. А вот у F фонарь. Так, у F фонарь вот здесь. А, вот оно, ну чё? Сволочи, сейчас я вам морды раздерваню. Так, только мне понять, куда бежать. Давай обычный фонарь. А, это... Короче, что, на улицу опять выходить, да? Охренеть. Ну-ка, что, давай-то... Раз сюда заныкался, посмотрим, что есть. Может, что путня? Может, что путнее? Да. Хрен-то там. Хрен-то там. Так, ну. Туда. А, подожди, это я где? Так, пока тихо. Тогда взломаем, пока тихо. Так, тихо, там кто орёт? Опа. Меня спалили. Сука, жадность, жадность, жадность. Так. А, теперь уга, уходим. А вон башня. Нет, ловушка. Давай. Так, а чё ты заблудился-то опять? В рот тебя ноги. Давай. Беги. Да нахер ты эту клюку-то взял? Так, все, я к башне подхожу, А, сдох, выдохся. Пошли нахер. Опять, сейф-зона. Ах ты, в рот тебе ноги. Тут Раиса эти долбоебы стоят. Да вон башня уже, все, давай. Тащись. Беги, ёптать. А чё темно-то так? Фу, погоня отстала. А я к мусорке попал. А, у фонаря батарейка села, да? Нормально прям.
Так, очки ловкости и силы удваиваются ночью. Скрывшись от погони ночью, вы получите дополнительные очки ловкости. Чем дольше вы играете вне безопасной зоны, тем больше очков выживаемости получите. Спасибо, у меня прям вообще желания нет что-то в ночное время играть. Вернитесь назад в башню. Так, вернулся. У меня там, по-моему, навыки есть. Давай. Так, и что здесь у нас? Захват необходимо. Атакующего врага. О, это подкат, да? Вот это мне как раз и надо. Так, а что, лифт? Погнали. Прикольно. Башня, воздушный груз. Добежал одним броском. Теперь я понимаю, что чувствовал Брекен, когда бежал той ночью. Это далеко не прогулка. Надо доложить ему ситуацию и сообщить, что антизин я достать не сумел. Как же противно врать всем в башне. Но с другой стороны, ВГМ работает ради общего блага. Ну да, ну да. Ну да, ну да. Поднимитесь на 19 этаж. Отключи свет. Чё, барыга, есть что у тебя? Так. Так все? Ты все, что ли, сломался? А я-то думаю, что ты убить им не можешь. Так, водяная труба, водяная труба. Газовая труба — это продать. Газовая труба. Газовая труба — продать. Так, это на 39 42. Ну чё, пока, наверное. Да не, вот эту тоже продадим. Экспалибур уже сломался. Я думал, ты, блин, это не ломаешься. А ты сломался. А, это 19 этаж. Надо найти. Так, это... это, по-моему, моя это там... комната. Паркурщик. Брекен, брось. Хоть нами нужен антизин, но покупать его у Райса. Это что, шутка такая? Да бога ради, давай я. Это исключено, мы это уже обсудили. Нет, не обсуждали. Это ты решил. Я пойду. Ты это серьезно? Это Райс, лицо меня не знает. Чистый лист, верно? Оставьте нас, я хочу поговорить с Крейном наедине. Ты уверен, что готов? Кто-то ведь должен пойти. Ладно, не возражаю. Владение Райса там. Просто узнай, сколько это стоит, и возвращайся живым. О, левел еще апнули, да? Нормально. Ну, давай тогда сразу вкачаем, рассапнули. Так, что здесь? Сюрикены с особым эффектом. Научитесь создавать сюрикены с тремя дополнительными эффектами. Замораживающим, горящими и взрывными. Научитесь лучше торговать. Вот, давай-ка мы лучше оружие создадим. Чтоб так, чертежи. Ну-ка, что у нас на этот... Экспалибур. Так, нет, это не то. Ну-ка, инвентарь. А что у меня? Какие есть? Электроника. Так, лук рейнджера. F6 улучшить. Так, характеристики оружия может повысить. Характеристики оружия можно повысить. Улучшая его срок службы, баланс и наносимый урон. Получить улучшение можно, помогая другим выжившим при случайных встречах или же при разведке местности. Окей. Окей, и чё? И чё? Так вот, всё. Вышибало урон.
Ну, у тебя сейчас урон и так запредельный получается для этого. Это не то, значит так. Водяная труба 42 стоит. Водяная труба. Собрать, что такое собрать? А, я могу. Я могу собрать электротрубу, да? Ну-ка, что за поцелуй заключенного? А сколько урона будет? Не пишет? Ну, давай вот эту штуку соберем. Прикольно называется. Так, поцелуй заключенного. Вот, собрали. Сколько урона? 355? А чё такое это? Прям охренеть урон. Так, ну ладно. Так, мне надо. А, подожди, надо на этот сбегать, пока я здесь. Давай-ка на крышу сносимся. В шахматы там сыграем. Шахматы. Вот, снова можно использовать, видите? То есть здесь получается раз в сутки или как там это можно использовать, там тоже какая-то будет это. Наверное, надо постараться в этом выпуске. А, ну там как раз в сутки, да, вроде. Не знаю, то есть просто его затянуть, что? Затянуть, если его. А, ну сейчас же ночь у нас, да? Так, а где моя-то комната? Тут, в принципе, с кем-то еще и побазарить можно. А, это же 20 этаж. Я должен быть. А чё ты мне показываешь, что этажом выше? Чё за точка-то белая? Кто там? Так, мне. А, вот эти. Чё, сюда надо зайти, что ли? И чё мне тут надо увидеть? Чё? И все, что ли? То есть я. А теперь скажи. Это какая-то дрянь. Что? Бахир, где ты это взял? Мне к врачу надо. Сначала скажи, кто тебе это продал. Не могу, я обещал. Это нужный человек. Он приносит мне разные вещи снаружи. Вроде левого антизина. Люди могут давать его детям. Хочешь, чтобы они тоже так страдали? Нет, боже, нет. Тогда скажи, кто тебе его продал. Юсуф, один из разведчиков, он живет на крыше. Я позову доктора Лену. Ну, позови доктора Лену. Нет, он не обращается, но ему нужно к врачу. Чё вы там базарите-то там? Эфенида, щетинида. Так, и чё? Тут еще какие-то допки есть. Так, ну это, по-моему, все внизу, да? Все стрелочки вниз показывают. Ну, погнали вниз, спустимся. Посмотрим там, с кем побазарить можно. А, это по... Не, этот, с этим. Это нет. Не спальня, по-моему, следующая, да? Да, вот Гуард сидит этот. Чудик. Ух ты. У меня тут что-то это, да? Появились какие-то заметки. Давай, тайник игрока, мы туда уберем вот эту хрень. Так, сейчас я пока спать не буду, я побазарю сейчас со всеми с ними сперва. С кем-то можно побазарить, да? Поздравляю, ты пережил ночь. Жалко только, что рейд не удался. Спасибо. Так, этот меняется, а этот... Альфи тебя ищет, он внизу в мастерской. Альфи меня ищет.
Чертеж супер кровопускатель. Да не нужен ты мне супер кровопускатель. Альфи меня ищет, он в мастерской. К Альфи потом зайдем, пошли поспим. У меня нету интереса, желания ночью носиться здесь. Вообще нету. Очкую. Да, очкую носиться ночью здесь. Попробую этих бегунов убить, блин. Ну-ка, посмотрим он это. Доступен, нет ход. Хер-то там ночевал. Придется позже приходить. Так, тут где Юсуф живет на крыше. Юсуф, который живет на крыше. Так, а тут как задание-то? Вот задание. Договор с Раисом, День матери. Поговори. Отнесите поддельное антизин Лени. Давай-ка мы. Ну, второстепенные повыполняем задания просто. По сюжетке мне как-то вообще не это не интересно по сюжетке просто топать. И что это? А это, блядь, это тормоз. Просто ниже надо спуститься. Лена здесь или еще ниже? Ты, подожди, ты на каком этаже ты находишься? А вот точно, хата с краю. Тебе стоит взглянуть на это. Не тот номер партии. Это подделка. Кто-то на 21 этаже принял это, теперь не может подняться. Аман, туда, быстро. Где он это взял? Юсуф, он разведчик. Здесь-то точно сделать не могли. Нужно найти поставщика. Я поговорю с Юсуфом. Чем раньше, тем лучше. Просто поговори, не бей его. Погнали, поговорим с Юсуфом. Так, на крыше, да? То есть, а без Лены ты с Юсуфом поговорить не мог. Надо было, чтобы тебе Лена сказала, да? Тебе же сказали это, кто? Ну и где этот Юсуф прячется? Здесь? Юсуф, ты где? Юсуф. Юсуф, Юхуф. Тух, вот он ты. Чё, поговорим? Юсуф? Приветствую в универмаге, Юсуф. Если хочешь что-то найти... Найди Юсуфа, все, что хочешь, он застанет. Мне нужен антизин. Какое совпадение. Мой друг, сегодня тебе повезло. Юсуф, это тебе повезло. Я даю тебе шанс признаться и сказать, откуда ты взял ту дрянь, что продал Бахиру. Бахир? Бахир, говоришь? А, я знаю этого Бахира. Он чуть не умер от твоего левого антизина. Лео, ты уверен? Он что, не годится? Я уж у тех 10 капсул взял, хорошие бабки заплатил. Каких парней? Ну, я не могу так сказать. Меня кончают терпение. Рядом с аптекой есть дом, там живут уцелевшие. Не знаю сколько, внутри я не был. Они продают лекарства, иногда настоящие, думаю, из аптеки. Но еще они варят что-то сами. Моего поставщика зовут Бенто. Остальные капсулы ты сожжешь. Но они обошлись мне в кучу бабок. Обойдутся еще дороже, если увижу, что ты толкаешь эту дрянь. Почему надо сразу сжигать? То есть, неужели не надо это? То есть, ну, то есть просто, что ли, разбить не канает, он же в этих... В стеклянных капсулах. Ну, можно просто разбить, например, и все. Так, что там? Пошли с Леной поговорим.
Ой, не с Леной там какой-то ж меня. Внизу там кто-то ждет. Кто-то ж там внизу со мной хотел поговорить. Наведайтесь в аптеку. Так, спокойно ночью. Юсюр кинул поддель... купил поддельный антизин у парней, которых за... ты захватили дома у старой аптеки. Говорит, они сами делают лекарства. Видимо, получается у них не очень. Видимо, да. Да чё ты фонарь-то выключи? Так, а кто со мной? Так. Давай заберем все, что дают. Так, кто-то тут со мной хочет. Блейк. Знаешь, Альфи? Он наш мастер на все руки, работает в мастерской. А, Альфи, мастерская. Крейн, ты меня слышишь? Да, на связи, что-то не так. Джейд, нет, просто Крейн. Ты поступаешь очень храбро. Знаю, ты хочешь искупить свою вину, ведь Амир умер, спасая тебя. У меня нет другого выхода. Если не забрать антизину Раиса, погибнут люди. Да, ты прав. Я встретила Амира сразу после вспышки. Мы были вместе недолго, но он был лучше всех, кого я знала. Я хочу, чтобы ты знал. Я не виню тебя. Амир осознавал риск. Крейн, я ценю то, что ты делаешь для нас. Я... Джейд. Поговорим, когда я вернусь с антизином, ладно? Okay. Да, постарайся уцелеть, Крейн. Piece, right? Так, Базак, Альфи, ты? Так, так ты Альфи или нет? У этого тоже барыги что-то есть, супер крово. Подожди, вот, наверное. Ну и чё? Вот он, да. Ты Альфи? Да, это я. Электрика, текущие ремонты, где что-то сломается, все по моей части. Рад тебя видеть. Я как раз собрался звать тебя. А в чем дело? Ну, есть две новости, хорошая и плохая. Хорошая, ты починил свет в районе котловины. Да, я в курсе. Ну, а плохая, из-за этого вырубилась сеть у эстакады. Там сейчас темнее, чем у тебя в кармане. То есть надо снова все включить? Там две подстанции. Щелк-щелк, включаешь. Начинай с любой. Потом врубаешь автомат на главной станции, и огни зажгутся, как на новогодней елке. Думаю, справлюсь. Справишься, конечно. Любой бы справился, но есть загвоздка. Из-за темноты это место облюбовали прыгуны. После захода солнца они собираются там толпами, и я поставил ловушку. Она уже налажена и готова к работе. Если доберешься туда в темноте и восстановишь энергоснабжение, мы их всех поджарим. Че, ночью пяти? В темноте? Это же чертова рулетка. Именно, поэтому никто и не вызвался на это дело. Но я думаю, ты покрепче наших ребят. Тебе это по зубам. Так мне показалось. Скажем так, я хочу помочь. Именно? Добрые намерения? Да. Надеюсь, тебе хватит доку, иначе долго не протянешь. Ты хитрожопый засранец. Напряжение, чертеж, электропила какой-то попадется. Па-па-пах, ты ж, рот тебя компот. Так, ну я сейчас в любом случае, пока к Райсу не пойду, я поделаю допки. Поделаем допку. Давай мы в аптеку наведаемся. Так, ну прежде чем мы наведаемся в аптеку, мне надо посмотреть, что у меня с очками. 4000. 4000 очков. Просто если сейчас меня в аптеке убьют, то я потеряю все свои 4000 очков. Так, подожди, а чё вы там делаете? Ну-ка, если тебе
вообще мудак. Сука, сбежал, что ли? Пошел нахер. Вот сволочь, убежал. И уже не откачали бы. Жить будет, но еще 10 минут и уже не откачали бы. Крейн, эта штука смертельна. Прокрывать эту лавочку — твоя задача номер один. А я только одного, да, убил. А этот один сбежал. Это патруль, значит. Ну, что тут? Это что на нем? Одежда колышется? Ну-ка, давай вот эту рукопашную попробуем. Ах, бах. Бах. Оба. Нормально. О, мусорки мои любимые. Давай. По мусоркам. Так, теперь мне надо... Подожди, кто-то базарит. Так, и чё эти? Чем могу помочь, друг мой? Так, я сюда наведался. Поговорите с Бенто. Так, эти все с молотками. Бенто. А, чё, сейчас замес будет, да? Раз, два, три, там четвертый. Я слышал, вы торгуете антизином. Кто сказал? Птичка напела. Еще одна напела, что ты варишь тут дрянь и фасуешь дрянь. Мой состав 50 раз лучше, чем то, что они сбрасывают. Он делает тебя здоровее, придает суперсилу, невероятную скорость и лазерные глаза. Я могу сжечь тебя взглядом, если захочу. А, да. Все, цех закрылся, Бенто. Да, Юсуф сказал, что ты попробуешь мне помешать. Юсуф был прав. Тогда ты труп. Давай. Блять. Так. А чё вы стоите и не нападаете? Все, что ли? Подожди, чё, стой, подожди. Где? Откуда? Ты где, урод? А, где-то ж там, наверху, да, был? Шкер этот. Шкет. Лина, Крейн, да. Брекену, что с подпольной лабораторией все закончено. Отлично, Крейн, это очень хорошо. Ты в порядке? В порядке, но Юсеф предупредил их о моем приходе. Этого я и боялась. Брекен хотел его забереть, но тот уже сбежал. Если вернется, я с ним по-своему поговорю. Если Бахир не опередит. 3500. Дали 3500. Ну, чё? Безопасную зону, да, тут? Разблокировал. Ну, окей. Ух ты, аптечку нашел. Чертеж. Вот это зажигалочка. Какой-то новый предмет. Не, ну базара нет с такой, с этой. С таким луком-то там что не затащить. Еще записка какая-то. Так, а где мне эти записки-то прочитать?
Тайник игрока. Аптечка, марля, марля. Угу. Что-то потом записки. Так, еще молоток. Еще. Что, помойки даст пошариться? От, нет. Эх, да как же я без этого? Так, стрела торчит. То стрелы-то мне нужны. Так, надо разобрать все лишнее. Французский ключ. Так, простая труба. Разобрать. Молоток. Разобрать. Французский и молоток каменщика 43. Молоток гвоздодер. Так, а чё там? Антизин сбросили, да? Ух ты! Тут этот надолбил. Так, ладно. Так, перепустите северную подстанцию, перезапустите восточную подстанцию. Ну-ка, мы до этого успеем добежать? Да, антизина, интересно, или нет? Или меня опередят? А сколько до него метров-то, блин? А вон красный груз, вижу. Людей Раиса нету там. Ах, хер-то там ночевал, блин. Так, а если... Зашибись, отжал одну. Фу, лук все-таки тащит. Тащит лук, тащит. Стрелы забрать. Так. Отжал эту одну-то. Хоть не все досталось. Так, что еще надо? Стрел надо будет поделать. Ну, давай. Доставьте набор помощи ЧС при кладовщику. Что здесь есть? Ни хрена, побежали дальше. Так, там за тот же какой-то этот дается, да? Что-то интересное там. Блин, у меня хп-то ни хрена нету. У меня ж хп нету ни хрена. Так, что по карте-то показывает? Где ближе? Так, вот это ближе, да? Ну, тогда к тебе мы и пошли. Почему расстояние-то тут? Было бы классно расстояние, если бы показывал или как-то... Потому что я помню, что он как-то это... Показывал расстояние. Может, потому что сложность выше. Поэтому и не показывает. Ой, сколько вас тут. Нахрен лучше по крышам оббежать. Что-то уже рядом тут. А, вот есть.
Северная подстанция. Вроде все спокойно. Так, а нахрен тебе этот молоток? Я на подстанции. Найди панель управления и поверни выключатель. Так ты перезапустишь систему. Панель управления. Что здесь? Вот это панель управления, да. Марлей. Управляет Марлей. Так, одна перезапущена. Хорошо, теперь сделай то же самое на второй подстанции. Ну давай, попробуем. Так, подожди, пока я тут в безопасности, давай мы аптечек попробуем запендюрить. Раз. По одной производит. Два. Ок, пять того получается. Стрелы рейнджера, давай сделаем стрелы рейнджера. Потому что штука такая нормальная. Это что, арбалет? То есть я могу арбалет сделать? Так, что там? Изолента, пластик, бечевка, металлические детали. И сколько тогда будешь это? Смотри, я могу сделать зажигательные стрелы. Ну, давай сделаем. Зажигательные. Электрические. А нужны ли мне электрические? Разрывные. И разрывные нужны ли мне? Только этот шум будет лишний привлекать. Так, ну что? Теперь надо отсюда сваливать. Теперь надо отсюда сваливать. По тихой грусти. Чё ты тут? Открыть. Оп, сюда. Оп, не догнали. Побежали. А, зеленая это ловушка, да, активируется. Так, а здесь что? Барыга. Тут барыга сидит. Так, давай мы. Нормально. К барыге зайдем. Эй, дружище, иди сюда. Да, я здесь, давай. Классическая бита. У меня столько денег нету. Так, простая труба. Молоток каменщика. Трубный ключ. Так, французский ключ. Простая труба. Вот так. Молотки пока оставим. Два молотка. Ну-ка, а как? Стрела. Вот. Стрела на R меняется, да? Ну, окей. Пока простую оставим. Иди нахер отсюда. Клинок. Ох ты ж. Ох ты ж. Беккери. Что такое Беккери? Хер его знает. Плохо у меня с английским. Поэтому. Плохо с английским. Не, ну вот без этого бы лука вообще было б жесть. О, это где мы антизин забирали? Откуда мы? Блин.
Что, тебя взламывать надо? О, еще и здоровяк. Иди нахер. Что-то я под станцию уже оббежал. Прям. Что-то я это... А что ты? Да пошел ты нахер. Ты что, дурак, что ли? Ну, давай, сейчас залезешь эти в башню, ее шмальну. На нахер. Сволочуга. Это что еще за зеленый долбоеб? На нахер. Прикольно. Сигареты. Так, а чё огненная? Ты чё, ещё живой? Как бы эта огненная стрела по дамагу не очень. Вообще не очень. Так, ну чё, надо вот эту сделать. И... электропила. Так, все, Альфи, я подключил вторую, в общем. Идите к центральной станции. Ну и где ты, центральная станция? Это что, ты меня по всей карте гоняешь? О, подожди, тут Рэй Мак... Фигурку Рэя отыскать. Фигурку Рэя. Так, а ты... То вот здесь почти рядом где-то. Здесь ломбард? Где ломбард-то? Как туда попасть? Так, это ж... А, или подожди, или это вот это ломбард? Там дверь металлическая, так как... Ну, судя по всему, ломбард это вот это, да? То есть где-то здесь. Или это вот ломбард? Ну, нет. Да что ты... Ну... И чё, и как? Ну где-то вот здание, это вот это, да? А ты не можешь. Ты туда не можешь залезть. Так, ну он показывает мне это здание, вот. Ну, и чё? Еще ниже. Еще ниже. А, вот. Все просто оказывается, да? Пошли нахер. Ого, а чё, так можно было? Так, подожди, а чё тут, ну? Сука, дверь-то можно закрыть вообще, нет? Чё тут? Ни хрена нету, кроме зомби. Сходил, блядь.
Вот это благодарность. То есть вот он, ломбард. Трубы. Ну так, в принципе, есть чем поживиться, да? Есть. Отмычка. Угу. Запасливый гад какой попался. Фигурку все нашел. Коллекционная фигурка. Так, это потом мы туда вернемся, отдадим. Крикетная бита. Так, что, все тут? Ничего я не пропустил, ничего я ценного не оставил. Никаких тут рецептов, ничего тут нету. Какое-то зло какое-то там. О, дроп. Так, чё мне куда? Куда-то сюда надо. Внимание всем, это Брекин. Если кто увидит Дедвуда, тащите его в башню сразу же. Он вооружен. Повторяю, он вооружен. Во время побега он стрелял в охранника. О нет. Слушай, ты так долго за мной бежала и... Для того, чтобы просто в торец получить. Опачки. А вот тут придется повозиться, да? Альфи, я на главной подстанции. Найди главную панель, она в одном из зданий. Фуф. Охренеть. Блин, если сейчас вот отсюда выйдешь, да? Так, что у нас тут? Ну-ка, давай. Старый фокус проверим. Сожжением этих дебилоидов. Блин, вас либо это, идите сожигайте, сгорайте, гады. Нормально. Все, еще один взрыв пакет остался. Так, что у нас тут? Надо прошарить. Ну, это стопудово не туда. Не могло быть так ли? Ну. Отвалите, гады. Так, а чё мы тут? Чертежи. Коктейли молота. Так, взрыв пакет можно один создать. Вот, а коктейли молотова можно штук 5 сейчас сделать. 3, 4, 5.
Ну, давай. Все, вот так. Вот так позабористи. Вот так позабористи будет. Да эй, вы далеко пошли? Ну-ка, давай, давай. Жадность, 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 жадность. Опа. А так, зачем ты мне молоток-то дал? И этот. Так. Да чтоб тебя нахер, падла. Тварюга. Все. Сдохли. Ну, подобрать это святое. Блин, а где там проход-то? Так, а, подожди, давай. Вот так. Обходим, 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 обходим. И сюда. Так, чё... Ну, чё здесь? Безопасная зона. Блять, где-то этот скинули еще груз анти. Так, что тут? Записка 11. Не, ну подожди, чё? А, мне ж надо ночи дождаться здесь, да? Там же ее ночью надо активировать. И чё, я пока... Я пока не могу... Активировать, получается, тебя... Прикольно, конечно. Так, а выйти-то я отсюда могу вообще? А, ну да, я могу выйти. Вот здесь. Вот здесь. Собрать лут, да? Подожди, что мне? Ну, мне не варик сюда потом бежать второй раз. А что ты, здоровый, что ли? Здоровый, что ли? Отвали нахер. Да чё вас так много-то? Да когда вы кончитесь-то, в рот вас компот? Чё, с неё молоток выпал? Вот и фарм идет. Ну, приходится вечера, ночи ждать и... Что делать? Как-то ж время ж надо как-то это скоротать, да? Ну так, блин, хренов. А почему я кровать-то не могу использовать? Потому что зона небезопасная или что? Как?
Почему я не могу вечера дождаться? Иди нахрен. Да ты чё такой дебил-то, блядь? На нахер. На нахер. На. На. Скоро зазлили вы меня, твари. О, пошел нахер. Прикольно, вон эта хрень в воздухе застряла. Да что вы, падлы? Сейчас еще стрелы надо будет собрать. Ну, веселуха прям, да? Не, мне главное сейчас стрелы мои назад вернуть. Так. Ага. Размечталась. На нахер. Иди сюда. В огонек, в огонек. Ну, ну. Сколько там до вечера еще ждать? Так, где-то здесь стрелы были. Так, еще вот стрела. Да пошел ты нахер. А, 5 хп нету. А что, у меня аптечки закончились? Блин. Надо аптечки делать. Надо делать аптечки. А чё стрел-то так мало? Аптечка. Раз. Два. Три. Четыре. Давай пока 4 сделаем. Пока 4 сделаем аптечки и посмотрим, что дальше. Да в рот компот-то, сколько вас тут много. Падла, я и это не хочу выходить, потому что вон сколько же дропа тут налуталось. Да. Уровни качнулись, дроп налутался, то есть прям... Почему он дождаться-то не может этого вечера там? А эти все и прут, и прут, прут, и прут. Блин, они прям это, нескончаемым потоком. Так, мне в первую очередь надо стрелы. Стрелы собрать, да? Стрела, стрела. Стрела. Почему закрыть тут ничего нельзя? Собирай. Сука, жадность. Ну вот она жадность. Да? Опять этих полудурков набежало. Сколько? 16 стрел. Ну, иди сюда.
Нормально вот так. Так, что здесь? А здесь-то откуда? Столько я что? Столько настрелять успел. Что, сколько там до вечера-то еще осталось или до ночи? Надо здесь, короче, все собрать и уже туда в коморку щемиться. И щемиться в коморку. Вторую на всякий случай впендюрил в него, то мало ли там живучий, насколько он окажется. Ну, что-то фиолетовое попалось. Так, здесь вот еще стрела. Так, по-моему, все. Какая-то что замораживающая какая-то стрела там. Есть неиспользованные очки. Ну почему ты поспать не можешь тут? А? Так, а сколько? 18:52. Ну, в принципе, маленько ждать осталось, да? Давай тогда мы пока очки навыков вкачаем. Так, это что? Скачок, перепрыгивая врагов для их. Удар в прыжке, сбивайте врагов с ног ударом в прыжке с разбега. Нажимайте пробел во время бега для прыжка. Затем в воздухе нажимайте на мышки. Перепрыгивайте врагов для использования, нажмите пробел, когда бежите к врагу. А это удар в прыжке. Давай пока вот эту купим. И сила. Так, в разброс это не то. Прочность, уровень силы, навык. Ваше тело становится крепче, может выдержать больше урона. Вот это да, это хорошая штука. Так, это что такое? Вы лучше сражаетесь, у вас увеличивается выносливость и появляются новые боевые способности. Ну, еще бы, конечно. Мы за драку. Мы за драку. Так, электропила. Инвентарь. Крикетная бита. Молоток каменщика, молоток каменщика. Прочность 35, ни о чем, да? А это 70. 33. Крикетная бита. А этот 43. Вот так. 47. Угу. Ну давай ты уже что-нибудь. Давай-ка я вас с этих, с огненных, попробую запендюрить. Ну и чё, вы горите? Ну, горите. И что? И все? Эту не взять. Вызывает башня. Помните, если вы не успеваете вернуться в башню, найдите себе убежище и оставайтесь там до рассвета. Удачи. Да я уже ждать задолбался, когда это наступит вечер. О, а не. То есть вы не сдохли, да? Может еще как-то по это...
поубивать, походить. Сколько там еще? 19, а там, по-моему, в 21, да, начинается все это. Ох. Фонарик-то тебе зачем? Там вон какой-то ходит. Зажженный. Загорелый какой-то ходит, чувак. Ну-ка. Ну вот, горите, и чё? Они, наверное, чисто, чтобы это только поджигать. Урона никакого вообще прям. Ну, может, и есть урон, но непонятно, насколько он там значительный. Уже темнеет. Может, тут что пропустил еще, да? Хотя навряд ли. Ой, иди сюда. Чтоб ты не мучился или не мучилась. Ух ты, какой здоровый кабан. Так, у меня маленько осталось до следующего уровня. А вот он ты. Мой уровень следующий, да? Нет. Ну, значит, ты, да. Чё, нет, что ли? Ё-моё, а чё так? Чё так долго-то? Инвентарь заполнен. Ну, с инвентарем-то мы знаем, что делать. Инвентарь. Ржавая труба. Разобрать. Создать новый... Не, подожди, мне надо пятый уровень качнуть. Сила. Где? Это Джейд, если вы еще не нашли убежище, сделайте сейчас. Уже почти ночь, вы очень рискуете. Да, Джейд, спасибо. Почему не качает-то уровень? Все, ёпрасоте, блин. Все, Джейд, я пошел. Отседа. Уже темнеет. Очко восстановится. Неиспользованные очки, давай. Давай используем. Так, что такое? Научить использовать оружие более эффективно. Оружие ближнего боя дольше сохраняет прочность. Силовая атака. Это мощный удар, наносит огромный урон, но требует больше выносливости. Давай мы вот эту вот выучим. Потому что с выносливостью сейчас у меня пока что проблемы. Сколько? О, маленько осталось. Вроде в 9, если я не ошибаюсь, вот это. Ночь у них. 9 часов это у них ночь считается, поэтому... Будем надеяться, что... Так, а что у меня? Инвентарь. Прочность была 70, я помню. Ну, была же 70, и что? То есть она прочность не повышает? Крикетная 40. Урон. А как ты так? Так. Все, вот. Все, ночь, что ли, или что? Давай уже это скорее что-то, чтобы выполнить квесты на следующий, продолжить в другой день уже. То затягивается прям что-то капец как. Все, пикает время. Сейчас завизжат эти сумасшедшие крикуны или бегуны. Сейчас. Жрите ток. Суки.
И слабо вышло, Крейн, правда? У меня есть кое-какая работенка на территории. Как вернусь, займусь тобой. Все чудесно. Повышение уровня выживаемости. Отлично. Давай. Уровень выживаемости. Что здесь такое? Набор. Научить лучше собирать предметы, создавать больше предметов. Вот это хорошая штука. Больше делать за то же самое. Так, ну чё, тайник игрока. Эти мудаки ходят. О, шикардосно прям, да? Шикардосно. Вот так они сейчас тут все опять жарятся. Давай тогда мы это спим. Спим утро. Все. 9 часов спустя. А тут сохранение быстро или еще там что-то есть, нет? Так, ладно, в общем, на сегодня все. На сегодня все. Увидимся в другом, в следующем выпуске. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!